Всем доброе утро. У меня, представляете, простуда на носу соскочила. Вот теперь мажу ацикловиром. Не знаю, как быстро она пройдет у меня. Алиса попросила бутерброды ей сделать. Мы порезали колбасы с хлебом и чай ромашковый. Она пьет у нас. Такой вот чай попросила она, гринфильд ромашковый. И сейчас я вам покажу, как я завариваю облепиховый чай, потому что все просят. Юля, смотрите, кошку на руки взяла и ходит с ней. А знаете почему? Юлю бесит, что она к ней вообще никак не относится. Я ее напугала просто тем, что я ее таскаю в туалет и заставляю писить и какать. Но это твое предположение. Так. Она убегает из лотка, я ее снова сажу, убегает снова. Мне кажется, она просто боится. Поэтому вот Юля хочет исправить ситуацию, носит ее на руках, думает, что она так привыкнет к ней. Ну да, бабка надвое сказала, привыкнет или нет. Смотрите, все очень просто. Чай я покупаю мираторговский уже готовый. Чай облепиховый с имбирем. Можно сюда добавить немножко меда, когда вы уже будете наливать себе в кружку. Будет очень вкусно. Вот такой заварничек продается в Икее. Насыпаем вот сюда этот чай, заливаем кипятком и чуть-чуть прижимаем вот этим темпором, и все. И просто будет космос. Сейчас я вам покажу. Вот видите, была горочка, кипятком заливаю, видите, как ягодок немножко уже осталось. Так лед тает. Лед тает, да. И наливаем еще. Чуть-чуть сейчас еще добавлю ягодок. Это с имбирем? Да, с имбирем. Да. Имбирем. Имбирем. Это что называется, имбирё? Это имбирь. Значит, с имбирем. Имбирем. Это как договор договора. Так, ты филолог, блин, показывай, как я делаю. Все это отжимаю, прижимаю, оставляю минут на 5, и все будет готово. Все заварится, запарится, будет обалденно вкусно. Вот так вот, а вы спрашивали, как приготовить, как сделать? Элементарно, просто это продается уже готовая смесь. Пожалуйста, чай облепиховый с имбирем. У нас здесь через ее. Да. У нас я покупаю такие смеси в сети магазинов Табрис. Но я думаю, что и в других где-то магазинах. Мираторг везде есть. Проблем, я думаю, что с этим вообще нету. Покупайте, реально вкусно. И вот я еще показывал, морс я готовил. Это тоже был чай. У Юли во влоге, наверное. А, у меня во влоге вот в предыдущем было, да, Юля? Пошли чай пить. Леша, я хочу вот такую штуку приготовить. Мне нужно, чтобы ты купил свининку, рис шлифованный. Вот это все у нас есть. Хорошо? Ну вот у нас, по-моему, лука репчатого уже нету, надо купить. Ну, короче, купи все, ладно, я приготовлю. Плов хочешь приготовить? Да, да. Ну, давай. Сегодня, что ли, купить? Нет, у нас же есть пока что кушать. Мяса-то нет у нас такого. Ладно. Давай сегодня куплю, приготовишь. Не ходи по магазинам, у тебя и так уже вон. Так а что ты тогда мне говоришь, купи? Коронавирус лезет через нос. Слушай, такие вообще придурочные, блин. Кто? Извиняюсь за выражение. Пишут, что мы, короче, хайпанули на теме коронавируса. Ну вот с тобой так с болезнью. Так я не болела им. И, типа, вы сами виноваты, что у вас такие комментарии. Типа, ну вот, что ты расстраивалась. Да, Лёш, что ты слушаешь? Недалекого ума, если ты... Ну, как так-то, если мы реально... Нормальные люди же... просто мы пожелали выздоровления. Мы реально сразу же сказали о том, что у Юли нет никакого коронавируса. Она просто приболела. Сразу простыла, продула. Они что там, невнимательно смотрели? Так я еще подробно говорила, что температура невысокая. Один раз всего была. Я поражаюсь. Леш, все, блокируй сразу, потому что это люди, которые не умеют анализировать полученную информацию, недалекие. Поэтому таких вот блокируй, кто пишет ерунду.
услышали то, что захотели услышать, а не то, что мы говорили. Так я тебе говорю, ты еще говоришь, что ты обижаешься? А что не обижаться-то, когда тебя во всем там обвиняют? Не, ну я, видишь, я вчера-то не читал комментарии, я сегодня добавил видео, и такой думаю, ну надо помониторить, как оно зашло. Ну я же смотрю, да, то есть там может превьюшку поменять, там или теги там другие приписать, там или еще что-то. И, ну, зашел в комментарии и начал читать, и я вообще в шоке. Реально, люди, они как... Помешаны, Леша, уже посмотреть? Просто паника. Может, просто там название просто прочитали, короче, влог сам не смотрели, о чем мы вообще говорим, чем да ты заболел. Да у нас даже в тегах не было ни вирус, ни коронавирус, ничего такого. Да ну их, не обращай внимания. Нормальные зрители пишут нормально, ненормальных блокируем. Ладно, все, забыли. Вот эта маленькая девочка, такая засранка, достала уже. В наглую просто вот садится уже который день у дверей и орёт. Орёт, как потерпевшая, чтобы с ней погуляли. Вот представляете себе? Чё, вот приходится одеваться, идти гулять. Папа-то сразу выходит. А я ещё думаю. Ну вот я вышел, не знаю. Ну хотя бы на улице бы хоть писило бы, какало, а то нет же. Вчера вот пописило, а так вот всё ходишь за ней, наблюдаешь, ждёшь. Засранка, блин. Синди, ты хоть с пользой гуляй, а, для себя. И для нас тоже. Вот как гуляет по кругу, вокруг дома два раза. Только до машины доходит, ей больше ничего не надо. Такой-то шофер должен быть. Под машину лезет, да? Пока машину всю не обнюхает, под крылья. Колеса, ей колеса очень нравятся. Засранка, блин. Все, запах тормозных колодок. На порожке станет, а дальше не может залезть. Вот на порожке не смотрит. Я говорю, что дверь открыть тебе? А слушай, а если ей дверь открыть, интересно, она залезет? Нет, ну, может? Пока не знаю, высоко для нее, она еще маленькая. Ты слышал, что Юлия Владимировна сегодня хочет приготовить нам? Что там, вкусняшку опять? О-о-о, села, нет? Да, вот, все. Села. Дело сидит, молодец, делает здорово, свои грязные молодец, делишки. Умница, умница. Вот теперь буду ходить с тобой, как с собачкой гулять. Вот это я понимаю. Прогулка с пользой. А то ходит просто так, бродит. Юлия Владимировна прочитала рецепт плова в мультиварке и хочет приготовить. Я ради такого дела хочу сгонять в магазин за мясом. Плов давно не ели. И лук у нас кончился. Мы с тобой лук так любим есть. А сладкий, потому что лук сладкий, да и надо. Да не так уж мы много едим, но чесночка по зубочку, ну, по уголовочке лука надо выехать, а не много. То, что полезно, то едим. Да. Так что? А как? Так, как-то надо спасаться. Попозже поеду, съезжу. Короче, отчитала сейчас Лешу. Я не люблю, когда он устраивает бардак на кухне. Я вообще не люблю, когда на кухне куча-куча всего. Куча всего. Дай мне камеру. Я оставляю только самое необходимое. Вот мультиварка. Здесь у нас тряпочка, на которой... Вот это вот лишнее. Тряпочка, на которой сохнут мокрые... Мокрая посуда сохнет. Здесь всякие штучки. Все, ну лимончик пусть стоит, ладно. Здесь бытовая техника и тряпочка для рук. Здесь у нас разморозка, губка, чистящее средство. А теперь скажи, что здесь было лишнего-то? Здесь гора была посуды. Пересмотри, сохла. Наверное, в начале она видео сохла, твоего будет. Сохнет два дня, она уже пылью покрывается. Здесь я оставляю только полотенце, чайник. Я оставляю. Вот это мне не нравится, но я понимаю, что Леша хочет собрать вот эту штуку. Поэтому, ну, видимо, чтобы не забыть, он сюда воткнул. И вообще вот этого лебедя нужно нам почистить. Дело в том, что этот лебедь, он посеребрённый. Вот, и нужно его привести в порядок. Нужно какой-то рецепт узнать, как чистят в домашних условиях. Здесь конфетки, тоже их пока оставлю. Если мы уберем их в шкаф, если мы их уберем в шкаф, их никто не съест. Но и здесь их никто не съест. В шкафу все время. Да, смотрите, какой у нас склад всякой всячины. Вот, видишь, она сразу. Ну и все, и хлебница. Вот здесь вот печеньки, кстати, нужно. Че каши? Здесь печеньки нужно выбросить. Конфетки еще можно. Давай не спрашивай меня, что каши, а то опять начнется там истерика. Да ладно, хватит на этом акцент делать. Режь контент. Все. Понятно? Все так и было. Нет. Да ты убрала только посуду, которая сохла, и все.
Пожалуйста, убирай ее за собой. Поеду сейчас в магазин, съезжу. Надо купить мясо, купить хлеба, там еще кое-чего купить. В общем, наш управляющий сегодня ездил, сказал, что в магазины в немецкую деревню пускают. Ну, сейчас посмотрим, чтобы вот далеко мне не ехать. До немецкой деревни доеду, все куплю, продукты все, которые надо. Посмотрим сейчас, пускают, не пускают. Так, ну вот подъезжаем, сейчас узнаем, вон охранник стоит, будет пускать, не будет. Продуктовый. Продуктовый. Я здесь живу. Где вы живете? В Зеленой долине. У меня только что сосед заезжал, я спросил, говорю, можно проехать? Он, да, конечно. Я вот здесь живу, вот буквально за забором. Я понимаю, как он проехал? Вы же его и пропустили. Я его только что спросил. Мне за продуктами в магазин и все, я обратно выезжаю. Я здесь не собираюсь находиться. Я пропустил одного человека, который ехал к брату. Нет, нет, я могу сейчас ему позвонить, вы его только что пропустили. Я его спросил, можно проехать за продуктами? Он, да, говорит, меня спросили. За продуктами никого не пропускал. Ну вы что, я же вот только что, я вам говорю, я что, врать что ли буду? Слышали вы диалог мой, да, с охранником, в общем, пропустил он меня кое-как с горем пополам. Это, конечно, жесть. Я никого не пускал, хотя Женя только что он пустил мне, Женя позвонил, говорит, за продуктами можно проехать. Дебилизм вообще, ужас какой-то. Такой дождь у нас ливанул, капитальный, прямо с грозой, громом. У меня два раза сигнализация на машине сработала, пока я покупки делал. Вот в хлебном магазине, вот в этих вкусных привычках у нас народу никого нету. То есть они столы все свернули, никто там уже не сидит, не кушает у них в этих кафе. Вот, только вот зашли, купили, что надо, и вышли. Хлеба уже вообще в достатке. То есть если буквально там еще позавчера там хлеба не было, да, приходилось заказывать, то сейчас, пожалуйста, хлеба всякого, хлеба много. То есть, ну, это говорит о том, что народ стал меньше посещать такие вот места. Видимо, дома люди пекут, что ли, я не знаю. В овощном очень много народу. Очень много. Я купил, в принципе, такое все самое. Ну, вот фрукты я купил, вот, чтобы Алиса кушала больше всего. Купил там пару гранатов. Ну, приеду домой, покажу. И купил еще имбирь. Взял кусочек имбиря, но цену что-то не глянул. А потом мне когда сказали, ну, сумму, на которую я набрал, я удивился, а почему так дорого? А вы взяли вот имбиря, хороший кусочек, а он стоит 5500 рублей. Смотрите прикол, у нас мороженое, это продукты первой необходимости. И цветочные магазины тоже все работают. Вот так у нас в Краснодаре. Есть у нас еще тут в немецкой деревне такой вот небольшой мини-рыночек. Машин сегодня здесь просто тьма, народу офигеть, видимо, сколько там на этом рынке. Но я на рынок чисто из принципа, ну, не хочу идти. Ну, понимаете, да, это мини-рынок, как бы, ну, все равно это как бы, ну, столпотворение людей. То есть, когда ты находишься в каком-то маленьком магазине продуктовом, там люди зашли, вышли, ты как бы там, ну, чувствуешь себя нормально, еще более-менее нормально. А на рынке, вот, ну, будете стоять друг об друга, тереться, там, я не знаю, там, дышать друг другу в затылке, там, и все остальное, мне кажется, никому это не понравится. В общем, сказали, что сегодня с 6 часов вечера вообще ограничат передвижение всех людей по Краснодару. Типа, вот до работы только там, если вдруг вам на работу, ну, и там... будут только продуктовые магазины, аптеки работать. Ну, я не знаю, насколько это правда. Посмотрим. Потому что в Москве, как бы, я так понимаю, что эти меры уже ввели. Но люди особо к этим мерам-то и не прислушиваются, занимаются, продолжают своими делами. А у нас в Краснодаре так и по сегодняшний день люди занимаются своими делами. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Но вот мы конкретно вот сидим дома, вот реально, вот мы уже сколько дней сидим реально дома. То есть, ну вот я выйду, за продуктами сгоняю и все, и дома. Мы никуда не ездим, мы нигде не бываем. Я вот максимум до магазина доеду и обратно домой. То есть вот у нас уже как бы самоизоляция-то давно. А вот у остальных людей, у других, она только начинается. Я еду домой,
а у меня у соседей стоит карета скорой помощи. В коридоре у нас вот стоят антисептики, маски, перчатки. Как только домой захожу, сразу же все обрабатываю, и руки, и телефон, и потом еще мою. К соседям скорая приехала. Ну, я надеюсь, что не по поводу вируса. Хотя, что паниковать, в принципе, вот что у нас других болезней, что ли, нет? Мало ли, там, может, плохо кому-то стало, давление там или отравление, всякое же может быть, да? Не надо думать об этом, не надо паниковать, и все будет хорошо. Главное, чтобы все обошлось. Я надеюсь, что где-то недели через две, наверное, может быть, три, все пойдет уже на спад, и все будет нормально. Главное, это чтобы люди самоизолировались и не распространяли эту бяку-боляку. Я купил лимоны. Юля выхватывает, все сразу перемывать будет. Купил хурму, хурма очень вкусная, жесткая. Голубику, огурцы, малину. Эй, Синди Попа, ну-ка уйди отсюда, а. Смотри, что нюхает все. Молока взял. Взял виноград, взял сок гранатовый. Красную смородину Алиса очень любит, взял. Взял курагу и взял изюм на компот. Компоты обязательно надо пить, варить. Шиповник – это витамин С, гранаты, помидоры. Так, что еще я взял? А Юля попросила меня взять рис шлифованный. Ну вот я взял рис шлифованный, как она просила. Тогда завтра попробуем все. Плов? Ну, сегодня уже мы наелись, так этого супчика я вот варил гороховый. Давай завтра. Так, еще я купил облепиху. Обязательно надо заваривать облепиху, пить. Что у нас тут? А, и мяско. Думаю, что она не уходит тут? Блин, мясо у меня. Смотри, прям орет. Мяу. Посмотри на нее, посмотри. Там вытекло? Нет, там все герметично. Это же вода, ну и дождь на улице. Она гнада, она же дикая. Так, отрезал я ей мяско. Синди, кс-кс-кс-кс. Синди, Синдюша. А где тарелка Синдина? Юль, дай мне тарелку. А где, пожалуйста? Спасибо. А где, пожалуйста? Обойдетесь. Быстрее, сказал. Ну и что, ты мясо-то будешь, нет? Да, вроде будет. Нет? Юля, она больше орала. Нет. Все, Юля, все перемыла. Даже из пакетика все вытащила и в другие переложила. В наши. Да. И огурцы, и помидоры, и виноград. Да. Даже ягоду взяла, пересыпала, помыла. Да, Юля. Да, Юля. Это минимум месяц будет длиться. Ну что теперь? Вот так мы проводим дни. Сейчас включим кинчик, наверное, какой-нибудь посмотрим. Ну и все. Сидим дома, ребят, сидим дома. Читаем новостные ленты в интернете, чем-то занимаемся, саморазвиваемся, смотрим кино, гуляем во дворе. Хватит там красоваться на камеру. Это мой канал. Это мой канал, хватит. Мне кажется, я исхуднула, нет? Ребят, всем огромный привет. Не болейте. Чего ты смеешься? Я серьезно. Да не, я на себя просто засмотрелась. Удачки вам, болейте, ребята. Не болейте, берегите себя. Пока-пока. Пока. На улице дождь, а этой Синди Попе надо гулять. Вот надо ей гулять. Открыл ей балконную дверь. Положил ее лежанку. А она давай играть там в этой лежанке. О, как будто бы кого-то ловит. Эй, Синди Попа, кого ты там ловишь? А, хулиганка маленькая. Вот как, вот как. Мне кажется, она ее раздерет когда-нибудь. Просто в клочья ее просто.